Друзья, всем привет! В этом видео про вот эту насадочку от вот этой компании приобрел за 200 рублей. Это 4 проезда на маршрутке, там на автобусе, да, получается. Это насадочка на биту, вот такая вот. Вот, смотрите, подсвечу сейчас вам. Вот с логотипами она такая, в фирменной коробочке вы видели, в фирменный блистер. Это магнитная насадка на биты. Да, снова про биты, повторяюсь в каждом видео, но жизнь состоит у нас из мелочей. Как всем известно, да, на мелочах построен мир. И вот такой вот, смотрите, обзорчик. Ну, полезная штуковина. По качеству не знаю как. Есть, говорят, получше насадочки. Ну, и даже я сам знаю, да. Макитовская такая насадка есть. Вот просто, говорят, бомбическая. Где-то я видел в интернете, в ютубе. И есть на Алиэкспресс там по 100 рублей. Это тоже стоит 200 рублей. Она типа фирменная, Bosch. Bosch к Bosch, да. Ну, я как раб бренда, да. Раб бренда, не любитель, ненавижу этот бренд, конечно же, ну просто исторически так сложилось, что он у меня всегда, и думаю, ну и ладно, пусть будет этот бренд, бренд к бренду, так скажем. Но не всегда есть хорошо, вот у этой насадочки, да, ну вот есть такой люфтец, но я не знаю, может быть это допустимо. Имейте это в виду, я сейчас покажу, как она работает. Одевается просто вот так в отверстие, там какие-то две, сейчас подсвечу, ну какие-то две зацепочки такие в этом пластике. А вот эта муфта, она официально называется муфта магнитная на шуруповерт, вот тут написано вот здесь. Да, это бошевская, сделанная, кстати, во Вьетнаме, да, вот, made in Vietnam. Давайте вот наденем, да, и посмотрим. Не магнитная бита, вот она, не магнитная, видите, не магнитит, вот, ничего не магнитит. Ну и получается вот такая вот штуковина. Вот, ее можно придвигать поближе, подальше, и начинает магнитить. Вот смотрите, вот подальше, да. Видите, вот магнитная, она стала магнитная, вы видели, вначале я показал, она не магнитила. И вот удобно вот так вот влезть в коробочку, да, и цепануть при наличии вот этой насадки шурупчик. Трясу сильно, вот, вот улетел. Ну и можно вообще придвинуть вот это вот сюда, получается смагнитить будет непосредственно сама вот эта насадка, вот смотрите, видите, вот. Колечко магнитное, да, и вот так вот оно хватает, вот видите, раз. Насадочка, да, она полезна, ну вот нам, мебельщикам, вы по каналу знаете, что вот я немножко мебель как бы собираю. Бывают мелкие в мебели, мелкий крепеж бывает, вот такие саморезы в основном, да, ну разные, разнокалиберные, вот так вот в коробочке они у меня. И ну и раз приходится прицеливаться в разметочку, да, и неудобно пальцем вот так вот держать в шкафу, там удерживать какую-нибудь фурнитуру, крепеж, и еще вот так вот все это вместе придерживать. Проще вот так получается взять вот этой насадкой, прицелиться в разметку, в нужную, да, вот, и закрутить. Также удобно вот эта приблуда, вот я еще раз повторяюсь, из коробочки крепеж забирать, вот так вот, раз, собрал себе. Одел ее себе на биту, вот, и прицелился, допустим, в точку какую-нибудь, да, размеченную. Крутил, вот, пожалуйста. И, кстати, когда соскакивает саморез, да, вот, смотрите, раз, ты его не теряешь, обратно поправил, и всего лишь. Давайте еще протестим, вот в таком состоянии. Смотрите, вот, прицелился быстро, раз. Оп, он не улетел, никуда не надо за ним бежать. Об этом уже где-то какие-то блогеры рассказывали. Ну вот смотрите, я просто еще раз говорю, что это не то, что новинка. Я просто показываю, стоит ли вам, ну стоит ли такое иметь в арсенале или нет. Ну для мастеров, чтобы знали, потому что хочется подсказывать что-то, где-то сам что-то узнаешь. И бывает, что крайне полезные вещи, да, ну, где-то подглядишь и мало кто знает. Просто многие еще задаются вопросом, а для чего это все нужно, там, да, да я обойдусь без этого. Нормальный мастер без этого ничего не обойдется. Посмотрите, вот, кстати, про длинные биты. По другим видео можете посмотреть. Вот, видите, это далеко, когда насадка. Вот, придвинем ее обратно. Сейчас вот выкрутим.
И самое интересное, вот, пожалуйста, ты трясешься, у тебя не трясешь, у тебя не теряется крепеж. Вот я сейчас очень сильно трясу, Вот, видите? А где-то видео показывалось, типа поднимают шуруповерт или какой-то там вес. На самом деле это неправда, просто он удерживает саморезик. Вот. И вы его не потеряете в процессе подкручивания где-то крепежа какого-то, еще раз повторяюсь. Прикольная тема, не рекламирую, просто подсказываю. Было бы классно, если бы я рекламировал бы вот это вот все. Но у меня нет рекламодателей. Так что от души смотрите, от души вам показываю. Подписывайтесь на канал. Вот саморез с пресс-шайбы. На Алиэкспресс вот какие-то такие есть, говорят, хорошие тоже. Но я вот опять же повторюсь, бошевская взял. Это с пресс-шайбы вкрутил. Данная насадка, она подходит на все почти биты. Вот, допустим, вот такая, где у всех она есть, у всех везде продается. Вот, смотрите, просто кольцо одевается, и там какие-то такие маленькие два заусенчика, которые защелкивают, ну, слегка. Это даже не шариковый крепеж, а такой какой-то клипсовый там, да, внутри. Ну, и вот она вот, вот так вот она. Шатается, но держится крепко, и она не улетит никуда. Она не прорезинена, она из хрупкого пластика такого, не знаю, может быть, разобьется однажды, посмотрим, сколько она проживет. Вот, кстати, тоже хрупкий пластик, но это уже другой магнит. Это вот здесь надо магнитить непосредственно вот это вот все дело, без вот этой вот. Но прикольная штука, вот так вот, раз, собрать крепеж. Короче, тема хорошая, вот, запоминайте, кому надо вот этот вот каталожный идентификатор в такой упаковке. Где-то я видел и по 400 рублей, и по 900, я умудрился за 200 рублей найти. Кому нужна ссылка, запрашивайте в комментариях, подскажу. Потому что я не рекламирую этот товар, я не буду оставлять под видео ссылку сразу. Просто пишите комментарии, я вам обязательно отвечу. Я на все комментарии отвечаю. Так что на этом все, всем пока.